сон для них в Вышнем Египте, во время перехода Красного моря и в пустыне запуганы разведчиками и больше не верят в то, что он способен привести их в страну, которую обещал. Народ полагается на своих посланцев, а не на Бога. Время еще не созрело для жизни, обещанной Богом страны. Мудрецы объясняют, что корень всех трагедий, случившихся с еврейским народом на протяжении его истории, именно в неверии. Совершенно спокоен, меня ничего не отвлекает. Мое внимание сосредоточено на дороге. Я управляю автомобилем. Водители за рулем, спасибо, что... Сохраняйте внимание на дороге. Телефон рекламной службы 408-00. Вы слушали Радио России Биробиджан. До новых встреч! Восемь часов. Радио России. Главное радио страны. Здравствуйте, в студии Наталья. Наши уничтожили 25 беспилотников. Джо Байден назвал угрозу для Белоруссии. И в Коми полностью восстановлено движение на участке, где стрельцев сошли в огонь. И подробности далее.